Приветствую всех, и на связи Soul Mantra. Немного новостей свежих о фильме предстоящем «Призрак Цусимы». Чад Стахельский, будущий режиссер проекта, уже почти закончил с «Джона Уиком 4». Премьера выйдет 24 марта. В недавнем интервью заявил, что он готов полностью заняться проектом. Он говорит, что у нас в руках отличный сценарий, и теперь нужно заняться актерским составом. Все хотят сделать его с внедрением новых технологий и с самурайским акцентом и духом, а также японской эстетикой и атмосферой. Есть много вещей, которые надо собрать воедино, прежде чем мы нажмем на курок. Это были его слова. В планах у режиссера полностью японский состав, а также фильм полностью должен быть на японском языке, но с субтитрами. Кроме того, Чад Стахельский тесно сотрудничает с Sucker Punch, создателями игры, чтобы не разочаровать фанатов. А как думаете вы, идеально ли подходит Дайсуке Судзи, сыгравший Дзина Сакай? По-моему, кандидат незаменимый. Спасибо за просмотр.